Эфир телеканала РБК Уфа продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. Российское экологическое общество поддержит законопроект, по которому бизнесу нельзя продавать или банкротить вредное производство без рекультивации. Об этом заявил председатель общества Рашид Исмаилов, комментируя ситуацию с Уфахимпромом. Но вот сейчас в Госдуму внесен проект закона об ответственности компаний, прекращающих производство на территориях субъектов страны. Вот по нему компаниям запретят проводить сделки с активами, которые нанесли существенный вред природе без проведения работ по обеззараживанию территорий. Рашид Исмаилов назвал несколько так называемых горячих точек в стране, где государство взяло на себя расходы по рекультивации старых предприятий. Речь идет о миллиардах рублей налогоплательщиков. У нас есть такие горячие точки. Сегодня они ликвидируются, успешно ликвидируются. Это и под Нижегородской области у нас есть такие объекты. Есть объекты в Иркутской области. Это Усолье Сибирское. Совершенно верно. Усолье Сибирское в Санкт-Петербурге. Это Красный Бор. Площадка БЦБК тоже сейчас ликвидируется. Число объектов, где необходимо провести работы по рекультивации, бывший завод Уфахимпром, на проведение экологической очистки потребуется 25 миллиардов рублей. Но вот по словам руководителя Росприроднадзора Светланы Родионовой, которая в апреле посещала Башкортостан с рабочим визитом, расходы возьмет на себя федеральный центр. Почти на 10% увеличился объем торговли в Башкортостане за первые 4 месяца года. В абсолютном товарной массе объем продаж составил 298 миллиардов рублей. Такие данные приводит региональный Минторг. Но вот при этом местные продукты в общей товарной массе составляют менее 10%, а вот в сегменте социально значимых товаров около 70%. Глава региона поручила организовать на предстоящем Всероссийском инвестиционном Сабантуе Зауралье обсуждение по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности, ну и уже с 1 сентября приступить к реализации соответствующей республиканской программы. В результате планируется расширить перерабатывающую отрасль республики в 2 раза. Суть программы в том, что мы там, помимо там, решения каких-то организационных, административных вещей, мы еще субсидируем определенные вещи. Закупка оборудования, там, подготовка инфраструктуры, там, строительство нового объекта. Ну и напомню, на сегодняшний день Минторг республики помогает производителям вывести свою продукцию на полки сетевого ритейла. Но для этого реализуется проект «Продукт Башкортостана», в котором на сегодняшний день участвует более 500 предприятий, из которых 75 работают с федеральными торговыми сетями. Еще 93 поставляют продукцию в соседние регионы. Минфин Башкортостана выбрал «Газпромбанк» агентом по размещению гособлигаций республики на 10 миллиардов рублей. Они будут выпущены в этом году, следует из информации на портале госзакупок. Ну, цена госконтракта составит 9,5 миллионов рублей при начальной стоимости в 10 миллионов. Заявки оценивались по нескольким критериям. Это и опыт размещения облигаций на российском рынке капитала, позиция участника закупки, стратегия подготовки и размещения облигаций, ну а также деловая репутация и размер вознаграждения. Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет, но эксперты называют решение о дополнительном выпуске облигаций обоснованным и объясняют его снижением налоговых поступлений в региональную казну в период пандемии коронавируса. В мае агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Башкортостана на уровне AA+, изменив прогноз по рейтингу с негативного на стабильный. При корпорации развития Башкортостана могут создать центр компетенции в области искусственного интеллекта. О такой возможности заявил руководитель Ассоциации лаборатории развития искусственного интеллекта Роман Васильев. Но вот сейчас в ассоциации состоит 165 компаний из 400 существующих в России, но вот в том числе и из Башкортостана. Они готовы предложить технологические решения для бизнеса и для региональных властей в области промышленности, образования, бизнеса, медицины и спорта. Ну, так, например, наиболее популярными кейсами в регионах являются видеоаналитика, городская инфраструктура, структура и единый доступ к оборудованию диагностики заболеваний. Преимущество в том, что, например, один из наших членов-участников создал референс-центр. О чем это говорит? То есть, например, какая-то больница в регионе хочет быстро и оперативно обрабатывать снимки. Им не нужно ставить дорогостоящее оборудование в контур их больницы. Они могут отправить в референс-центр снимки. Снимки обрабатываются за несколько минут и отсылаются обратно. Это все стоит очень дешево. Не нужно содержать дорогостоящее оборудование, не нужно содержать дорогостоящих специалистов. Ну, тем самым мы, опять-таки же, упрощаем, ускориваем этот вопрос. Ну, вот свое предложение о создании центра компетенции при корпорации развития ассоциации презентовал властям Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме.
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов подал иск на спортклуб «Спартак Москва» на 330 миллионов рублей. Об этом порталу РБК УФА сообщили в Октябрьском районном суде. Рассмотрение гражданского дела назначено на 11 июня. Но и ранее сообщалось, что с основным акционером «Спартака» Леонидом Федуновым была достигнута договоренность по выплате выходного пособия Газизова в размере более 399 миллионов рублей в специальном доп. Соглашении. В марте акционерное общество «Капитальные активы», владеющее 22% акций клуба, подала иск в арбитраж Москвы к «Спартаку» и бывшему гендиректору. Компания оспаривает решение совета директоров о выплате Газизову выходного пособия. «Спартак» просил Октябрьский районный суд Уфы приостановить производство по гражданскому иску до рассмотрения дела в арбитраже Москвы, но однако получил отказ. По словам председателя клуба, Газизов ранее неоднократно заявлял в интервью, что не имеет претензий к «Спартаку», и отметила, экс-гендиректор клуба не связался с нынешним руководством и не попробовал урегулировать вопрос в досудебном порядке. Ну и напомню, Шамиль Газизов занимал пост гендиректора футбольного клуба «Спартак» с июля по декабрь 2020 года. Ну а ранее он работал на аналогичной должности в Уфе. В марте 2021 года он вернулся в уфимский клуб. К этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК.